В Якутске строится все больше социальных объектов по проекту государственно-частного партнерства. В минувшие выходные торжественно забили первую сваю детского сада номер 30 в строительном округе. Здание детского сада «Малышок» на 200 дошколят появится на месте старого и будет соответствовать всем современным требованиям. Добавим, что детский сад имеет свою специфику. Его посещали субконтактные дети от 1,5 до 3 лет. В новом здании для них будут предусмотрены отдельные группы. Примечательно и то, что строительство нового здания началось в 90-летний юбилей этого ясли-сада. Здание нового детского сада для нашего детсада номер 30 «Малышок», оно будет построено и введено, мы уверены, уже к началу учебного года в 2019 году. Здесь будет современное, красивое здание. Конечно, потребность здесь была большая. Старое здание здесь простояло 50 лет. Вот, было уже практически аварийным, и вот оно вот сейчас было снесено, и сегодня уже стройка началась в рамках соглашения государственно-частном партнерстве между правительством республики, городом Якутском и компанией «Газэнергомонтаж». Уверен, что вот в рамках этого соглашения все обязательства будут исполнены,